Всем добрый день. Сегодня у нас 17 февраля. Сегодня у нас гуляем тут. Там спереди поселок Базарей. И вот сейчас мы пройдем. Зимой я уже там снимал, показывал. Сделали в центре Одинцова большую свалку. Сейчас днем снимем. В районе свалки у нас расположено 3 детских садика. Это в центре Одинцова. Вот первый садик, там дальше второй за ним. И в глубине там с левой стороны еще будет третий. Приближаемся. Это у нас Можайка 92. Сейчас я штатив растяну и посмотрим. Посмотрите, что тут такое. На открытие этого детского садика приезжал мэр Иванов. Правда, запускали его с другой стороны. И как он вот этого срача не видел. Либо делал вид, что не видел. В центре Одинцова я не знаю. Сейчас мы раскрутим штатив. И потихонечку буду поднимать. Ну вот, как видите, показал вот эту. В центре города. Вот второй детский садик. Здесь у нас находится каточек. Можно погонять. Коньки, конечно, у нас в нашем детстве таких коньков не было. Были коньки гаги, но и на них тоже катались. А сейчас какие конечки. Мама дорогая. Да. Ладно. Тут тоже я снимал зимой. Тут, короче, горка. Одна, вторая. Тут ледянка была такая.
елочки уже убрали. Тут елочки были. Шарики сняли тоже уже все. А это такой закрытый, наверное, получается для самых маленьких. Ой, наверное, все на этом. Так вот прогулялись. А, ну вот, вот еще третий детский сад. То есть неизвестная свалка, кому что принадлежит. Ну, какой-то строительной компании. И... годами все там лежит. Также зимой у нас после реставрации открыли магазин Dixie, и народ в нем, ну, работает, короче, от объема продаж. Цены очень хорошие. Вот, блин. Постоянно есть на все скидки. Заходишь, никуда не надо ехать. Ни в какой чижик, пыжик, еще какие-то магазины. Все доступно тут в шаговой доступности.